Ну вот наши идут. Нам нужны камни бутовые. Пришли в лагерь, а там огромные глыбы, двумя ломами едва пошевелили. Вот сейчас они почти напрямую, расспросим как, а я вокруг поехал. Тут у нас еще камня бутового хватает. Четыре камня надо выбрать. Четыре. Ну, если увезут, то и побольше, ну, тяжело, конечно. Вот они идут. Володя тянет, пристяжной у него Нестор и Марина Христенко с Украины. Она не пляшет, что москаляку на геляку, нет. Она работает с москалями. Зовут Кацапы, интересный Кацапы. Как сапает Кацап? Ну, поворачивай назад. Поворачивай назад? Поворачивай. Сейчас будем выбирать камни, которые плоские. Давай вот из этой первой кучи сюда подходи. Я считаю, вот этот вот, Володя, очень хороший. Столб на него поставят. Да, очень хороший. Марину-то не шиби. О, загросила, и все, нужды нет ее. Вот так Украина. Милое дело смотреть. Сейчас такой, выбирай вот эту вот. Вот эту потихоньку скатывай, может вдвоем. Скатывай его. О! Небольшой он. Вот этот подходи. Ну давай, чтобы плоская была у него. Одна сторона. Вот. Одна плоская, а другую мы в землю зароем. Лучше бы две плоские были. Ну да, лучше бы. Ну надо посмотреть, иначе это воткнется в землю, она у нас опять осядет. А маленькие такие не подходят? Нет, там никак. Чем больше, тем лучше. Так, не бросай. Так, ты сапоги, Марина, не рви там. А вот этот? Во, Володя нашел. Один, смотри, не бросай. Это тоже можно забрать. Ох, вот хороший я нашел. Мы его положили на дорогу. Там трогать нельзя. А большой такой. Давай, Володя, посмотри. Во. Вот хороший тоже, гляди. Он пойдет. Видишь какой, прям на него столбушок-то и станет. И вот хороший. А тут смотри. Ястреб сел. Что-то схватил. А вот у нас здесь я посчитал. Если считать вот это одна красно-синяя-белая, вот, то у нас вот здесь получается 5. А на этой стороне 7. Опять до 7 12. 12 апостолов. 12 флагов российских. Водичка течет совсем, ну, маленькая. Так, тут ничего не взять, как будто бы. Тут есть хороший вон, но далек он вертикально стоит, который. Вон в конце. Вон Марина нашла. Вон, видишь, который? Вертикально. Вон спрашивает, мне тоже пойдет? Пойдет, хороший. Вот который вертикально, он большой. Во. Во. А что там? А какая-то птица кричит. А, как бы стоит. Сейчас этот ястреб там что-то хозяйничал. Да? Да. А камни-то у нас, гляди, в воде утонувшие. Ну, значит, у нее птенцов утащили? Не знаю. Не знаю, мне это неизвестно. Я видел ястреба только, на это сказать могу. А ну попробуй. Камень тот вытащишь, нет? А не идет, да? Не видно? Пищит. Кричит? Пищит, как это, как игрушка резиновая. Ну, кричит, значит, плачет. Нет, пищит, как вот игрушка резиновая. Ну, может быть и так. Смотри, не урони, не играй.
Двумя руками держи. Сразу отломится у тележки. Ну что, наверное, хватит или что? Хватит. Нам куда их много? Ну куда много? Много не будет. Надо же тащить еще. Я говорю, много не будет. Они, сколько у нас? Они тяжелые, учтите. Раз, два, три, четыре. Восемь, достаточно. Ну, достаточно нам, наверное. Хотя, если хотите, найдите еще плоский. Сюда не, нам не... Игнатий Хорошевич, она тяжелая телега. Ну, сегодня, я говорю, если. Я по тяжести. Все, Марина. Через деревню поедете. Путь дорогу. Я уже не хочу опять ехать через эти лаги. Видите, мы этот камень возили. Подожди. Хороший нашла. Ну, бери, тогда сильнее упираться будешь. Давайте помолимся, поблагодарим Бога. Становитесь около него. Вон, около Нестора, станьте рядом, чтобы были. Давайте я Давай. Тронемся там, вывезем. Там восток. Боже, слава тебе. Хвала тебе, любящий Христос. Благодарим Тебя за милости Твои, как Ты сотворил землю. Все потребное для человека, хвала Тебе. Я прошу Тебя, Господи, не отнимай от нас благословения Твоего. Умещи сердце этого Максима, даруй добрый судей, дабы имя Твое святое прославилось в жизни всех людей, дабы приняли они слово Евангелия для спасения своего. Эта встреча не случайна, я принял ее как от Тебя, Господи, как повеление Твое выполнить. А заботу о нас ты сам берешь. Тебе слава за все. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Ты сам сказал, Господи, не заботьтесь ни о чем. Так, держи. Так, Марина, туда полезешь или туда? Туда лучше. Да, нет. Посередине. Самый сильный, а по краям немощная. Так, иди сюда. Место. Так, и толкай. Так, самый сильный у нас толкать. Давай. Опять будут говорить, что этот мужик-то что он снимает на камеру? Ну я еще могу сказать, так он подвезло мужику этого. А бедная, вон этот, давай туда. Как сказать, дальше. Отрок, женщина и пожилой человек, а молодой парень снимает на камеру. Да. Не сдавайте, ребята. Ладно, придется помочь вам. Вот я тоже помогаю, чтобы не говорили на меня. Теперь покажи, куда, какая там глубина. Ниже, ниже. Вот этот лог. Вот объясним давайте. Вот этот лог идет вон туда. Он заканчивается. Видно его. А туда дальше идет. Идет напропалую. Там дальше идет второй лог. Это во время потопа, когда закончился потоп, вода, уходила вода и все. И вот оттуда идет, Ермощок называется, идет в Корчину, там дальше вода. И вон это вот, там главный лог, вон где те деревья, вон вверху, они прямо в лагу растут, вон по краю лога. И так идет до Корчины. Корчины ничего не видно отсюда. Туда идут столбы, если погода хорошая была, видно было бы элеватор. Но почему-то его не видно. А мы, наверное, в низинке еще. Мы в низинке. А ну-ка выйдем. Не такая уж тут и низинка. Ну вот не видно, наши столбы вон идут туда. А это вот Потеряевский видно. Осень дом. А вот он синий храм. Крестом видать купол вверху чуть-чуть. Справа батюшкин дом.
И вот вы сейчас шли вот так вот напрямую, вот. А я вон туда вон проехал. Вон где деревья большие, где храм. А поехали мы вот где деревья растут, это лагерь. А вы отсюда прямо сюда, а я туда поехал, вон где большие это поля. Въехал в деревню, проехал до этой трассы и сюда. Гляжу, вы идете. Ну как дорога показалась? Кочки-то какие, тебя... А вот так приходил. А ты еще дальше побежал куда-то в сторону? Мне сказали посмотреть дорогу. Я думал, где поблизости промазали, оказывается. Промазали, вон она где дорога, вот она, ее видно. Да, да, да. Видишь? Да, да. Вон она видно, как низинка. А вы сошли там метров на 100 раньше. Ну мы там выбрали, потому что там меньше было воды. Ну там меньше воды. Да. Вот там вон кусты, а вот если поехать еще дальше, вон где березы, там такие кусты растут особые. И можешь съездить, набрать целую тележку ивовых прутьев и сделать мордушку. У нас рыбы будет полно каждый день. Ну давайте. Ну так это надо ехать. Поехали. Рубить, потом делать, плести. Давайте. А потом каждый день ходить ставить ее. Езжайте. Этих гальянов. Вы еще а не это то, которое у нас лежит, там тут две такие штуки, да? Так, корзинки. Ты меня понял? Сейчас быстренько сбегай, пока велосипед приведи мой. Не падай только. Я помогал тут, мне велосипед нельзя было взять. О, Нестор сгодился. Видишь, мы как все это украшаем. Раньше было как, вот из деревни выезжают, вот так вот они, во. Едут вот до этих тополей. Вон большие, которые справа. Поворачивают туда, и там вон где околок заканчивается. Объезжает околок с той стороны, и вон дальше лесополоса идет. По лесополосе, и вон лесополоса идет. И по ней вон высоко... Видно, высоковольтная линия, даже вот вот здесь, видите, вот высоковольтная линия. И тогда выходят на этот бугор, все, в Корчину пойти. А сейчас в Корчину вот так вот, вот, переехал, там мы запрудили, и уже столбы рядом. То есть ни одного метра нету лишнего. И когда едут они через Корчину, точно так же им, чтобы выехать на Корчину, надо было объезжать туда и вокруг, эти петли делать вот такие вот. А когда мы делали, сегодня меня спрашивают, а почему потеряевские вам не помогают? Некогда, бедных денег нет. Я миллионер, богатый, вот такой, какой есть. Видишь, карманы все забиты деньгами. А как? А вот работать. На меня сегодня опять один вышел и говорит, вы не правы, не спорьте, в конце вы поймете. Вы работаете, надрываетесь, вы благовестник. Вы, что в поте лица, это было в раю сказано, а теперь от благовестия питаться, не заграждая рта у вала молотящего. Меня убеждает. В прошлом году вы как надорвались, я пойду, у меня кровь из меня идет, она оторвалась что-то. А глаза в наклонку работал, капилляры лопались. И опять все зажило, и опять живу. И сегодня ночью у меня такой сон был, благовестие, я встал, даже вставать неохота было. Такая проповедь, людям пришел, все показываю, рассказываю, люди отзываются, а батюшка спрашивал, кто крещеный, креститься будет нынче или нет кто? И это все во сне мне пришлось. Я стихотворение вывесил. Я однажды видел сон, я проповедую, и меня избрали президентом Южноафриканской республики. И я им начал там благовествовать, а там местные эти колдуны подняли восстание на меня, и я бежал. Бежал оттуда, как Янукович-то. И оказался около моста, где мы ходим на прогулку в Барнауле, Павловский тракт. Вот все. А перед этим людям я вышел и на английском языке говорил им проповедь. Говорил очень горячо. Проснулся, мокро, все в слезах. Вот кому что снится? Я вот как только усну, маленько погодя, я начинаю там с ректорами университетов, беседую. Я преподаю в трех университетах. Мне мало, я говорю, мало. Вы меня сведите с другими университетами. А народу много, студентов тысячи. Вот как прожил жизнь, такие сны. А то это, говорит, я во сне вижу, говорит, и все, бабы голые, да стаями, стаями. Помнишь, это собачье сердце-то? Там один играет, вот, Филиппов или кто. И вот мы сегодня разгулялись здесь. Так, ребята, вам помощь нужна моя, повезете? Нет. Все. Прошу, любите жалко, смотрите. А, так ты поступил, у тебя красный. Все приспособлено. Ну, держи, держи, держи. Отпусти маленько. Цепляй за низ. Так.
только повезет.